Друзья, привет! Меня зовут Егор Еремеев, и я путешественник. А, стойте! Поехали! Друзья, вот так, наверное, гораздо интереснее. Меня зовут Егор Еремеев, и я путешественник. За последние 2 года не было, наверное, ни месяца, чтобы я не находился в какой-то стране. Но так было не всегда. Начинал я с того, что начал вести блог и снимать зарубежные учебные заведения. Угу. И об этом мой второй YouTube-канал. У меня их 2. Один – это SMAPS Education, с чего все начиналось. Канал полностью про образование, про зарубежное образование и про обзоры кампусов различных учебных заведений по всему миру. После этого, когда я начал ездить, снимать обзоры, посещать учебные заведения, конечно, находясь в разных странах, появилась идея также параллельно вести второй канал про путешествия и делиться своим мнением с вами. И об этом второй канал. Второй. Так, не знаю как. Вот так. Егор Еремеев. Так, а для того, чтобы не мешал ветер, не сильно все шумело у вас, я вот сейчас говорю вот в такой заячий хвост. Нашел зайца, оторвал у него хвост и говорю в него. Ну вообще, конечно, вы меня можете спросить, какого, блин, я попёрся сюда на велосипеде для того, чтобы вам этот вот рассказ сейчас делать. Давайте покажу. А приехал я сюда для того, чтобы, ребята, сделать всего один кадрик. Да и дело ведь не только в кадре. Дело в том, чтобы вытащить вас в город, показать вам немножко сейчас энергетику Москвы. 23 июня, погода бомба, люди катаются на велосипедах, отдыхают, будний день, а чувства нет того, что как бы будний. Все отдыхают вокруг, все кайфуют, наслаждаются летом. Ну и еще я хотел прокатиться к вот этому зданию и посмотреть его поближе. Продолжайте движение. Велик у меня шоссейник, здесь контактные педали, и они крепятся вот этим вот ботинкам, одновременно ехать и снимать на видеокамеру не очень удобно, я вам скажу. Но если это знаменитое историческое здание Москвы успело произвести на вас впечатление, пишите об этом в комментариях, и я сделаю о нем свой очередной выпуск. Друзья, ну а пока давайте оставим московские улицы и вернемся обратно в офис. Ну и мы снова в офисе, за привычным нам рабочим столом, чашечкой кофе. И спасибо вам, конечно, что были со мной сегодня в маленьком трипе. Но впереди нас ждет огромное количество интересных видео про путешествия и образование. И, конечно же, продолжайте читать наши статьи. Пока. У меня тут еще ягодки. Не хотите?